Друзья, всем привет! Короче, буду сейчас обедать, и вот что у меня на обед. Макароны с подливой и жареная курочка. Вот так это все выглядит. Покрупнее вам сниму. Такая вот еда вкусная, классная. Запах вообще изумительный. Пахнет курицей, подливой этой. Так, давайте крупнее курочку сниму. Курочка, подливка. Вот так вот выглядит. Серьезные современные машины, но при этом менталитет и общество очень разнится. Даже где же была пачка? Я не знаю, уезжали. Я же... разные, да? Больше похожи на боливийцев. А Южная Аргентина уже более европеизированная. Тяжело месяц путешествовать по одной стране, она надоедает, приедается. Менталитет, это неспешности. Довольно все очень расслабленные. Плюс еще период фиесты, когда ничего не работает. Это немного напрягает. Большое спасибо Аргентине, что она есть. Посмотрим, как удивит меня Чили. Я покатался на ней совсем чуть-чуть. Вперед, друзья. А ты там высыпала, там какая консистенция? Как порошок был? Жень, сделай подише немного, на 10 минут. Не, нормально. Вроде бы мариновал. Как они достали с утра, да? Уже все закончилось, и все равно давай по этому я радио. Я тебе говорю, что у них не сработала вот эта сигналка, поэтому они побежали по комнатах. Так они не бегают, они включают громко говорить, и все. А это они уже ремонтировали, проверяли. Ну что, они все 20 этажей бегали по комнатам? Да. Офигеть. Это они же бегали, каждому дали этаж. Есть же добровольные дружины. А
каждому дали этаж, они оббегали, обкричали, потом оббегали, посмотрели, что никого нет, доложили. Все спали. А кто не спал? Все подняли. Привет, Эли. Я спрашиваю. Это испарение. На Пасху обещают 17 градусов тепла. Завтра уже 1 апреля. Спокойной ночи, любимый.
А прикиньте, там сейчас охранников все проверяют, да? Как... Нет, ну я имею в виду утром, как они это. Друзья, курица чудесная получилась вообще такая. Хорошо прожаренная, сочная. Макарончики с подливой тоже. Классно. Кстати, то, что вот эта подлива сделана, это мне из Норвегии присылали специальную такую приправу, ну, типа приправы. Вот из нее делается подлива. Вообще классно, вкусно. Крылышки. Все, друзья, все съел, видите, пустая тарелочка. Ладно, друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал. Всем буду очень рад, каждому подписчику буду рад. Пишите комментарии, постараюсь на каждый ваш комментарий ответить. Ну, всем счастливо, всем пока и до новых встреч. Увидимся, друзья.